шоу «Гурьба или вишневый заряд». Они нам сегодня покажут, что значит настоящее хорошее настроение. Хотел сказать, что здесь кавер как бы не в том понимании обычного человека кавера, а тут идет все-таки переосмысление всех произведений, переработка, поэтому это новая интерпретация, да, что-то, это изюминка прям. Я бы сказал, что это не кавер, это вот как раз-таки есть свое родное прям. Получаем удовольствие от того, что мы делаем. Да. Короче, опускаем всякие банальные вопросы, почему типа вишневый заряд называется. Почему вишневый заряд? На самом деле это самый частый вопрос. Самый банальный. Самый банальный, самый частый, да. Почему не бешеный огурец, спрашивают? Вот, да. Почему вишневый заряд? И Славик, как вы ответите на этот вопрос? Ну, название придумал. Не ты? Не я придумал. Придумал ему формулировку, поэтому отвечай сам. А заряд придумал Славик, вишневый придумал не Славик, а кто-то другой. Ну, в общем, вместе придумали, вместе конечно. Думали. Мы даже не ожидали, что придумать название коллективу. Кстати, это сейчас на самом деле очень сложное занятие, потому что абсолютно все названия уже заняты. Всегда хорошо. Очень классно. Молодцы. Очень эмоционально, очень ярко. Здорово. А какая песня больше понравилась из тех, кто прозвучал? С криминального чтива. Бодрит. Круто. Мне нравится. Забирай меня скорей, увози за стол морей и целуй меня везде. 18 не лучше. Забирай меня скорей, увози за стол морей и целуй меня везде. Я весь рот в своем уже. We'll be right back.
вообще веселуха. И тепла обязательно, а то как-то холодно сейчас стало у людей всех в душах. Пускай все будет тепло и жарко, прям как здесь сегодня было. Я сейчас, значит, нудетским голосом отговорю. И не сворачивать. Вы делаете все правильно. И Ломоносов, и проект.